Господь, благослови нас принимать от Слова Твоего. Мы хотим быть научены Твоим Словом. Мы хотим, чтобы Ты говорил к нам, Господь, и чтобы Ты, Боже, менял наши представления. То, что было каким-то образом давно укоренено, Господь, меняй нас по стандартам Твоего Слова. Мы просим, служи нам через Слово, корми Дух наш через Слово. Мы благословляем Тебя, Царя Славы, и мы верим, Боже, что Твоя любовь больше, чем все остальное, Господь, в этом мире, что Твоя любовь постоянно, Боже, и никто ни в этом, ни в потустороннем мире не может нас отсоединить от этой любви. Боже, мы благодарим за это принятие, эту любовь во имя Иешуа Мессии. Амин. Итак, дорогие друзья, шаббат шалом. Еще раз я хотел бы поделиться тем словом, которое Господь говорил ко мне на этой неделе. Вы знаете, была очень интересная для меня идея, неделя, и многие вещи Он обновлял, как будто в первый раз в моей жизни, как будто в первый раз я видел некоторые места Писания, и я просто аж прет меня, чтобы с вами поделиться, аж распирает. Аллилуйя. Ожидаем, да, я сам ожидаю. Итак, для начала, для того, чтобы мы были с вами на одном листе, скажем так, нам нужно заложить одинаковые основания, поставить одинаковые вопросы и посмотреть, о чем, собственно говоря, мы сегодня будем говорить. Правда? Итак, мы будем говорить сегодня о верующих людях. Верующие люди, кто это такие? Вы верующие люди? Да, хороший вопрос. И все так затаились на всякий случай. Не все так просто, не все так просто. Но как минимум, это те люди, которые прославляют Бога, считая Его своим Отцом. Правда? Те, которые принимают Иешуа как своего Спасителя. Ну, это, ну, вот как бы, как минимум, верующие люди, такие именно это самое. Это человек, который что делает? Спасается от развращенного мира. Мы спасаемся? Да. Мы не хотим грешить. Не хотим грешить, абсолютно. Мы идем куда? Мы идем в сторону Царства Божьего. Нужно нам Царство Божье? Да, почему нет? Мне нужно, очень даже нужно, хочу в Царство Божье. И все это, в общем-то, описывает такой вот непростой путь жизни. Верующим легко быть человеком, как вы считаете? Иногда такое можно услышать, когда, например, проповедуется, говорит, вы придите к Богу, и все окей. Слышит? Да, конечно, вот здесь говорят. Мне нравится еврейская община, с ней можно таки поговорить во время проповеди, правда? Если приходишь в церковь, они сидят и молчат, и непонятно, хорошо ты проповедуешь, плохо, а здесь тебе все сразу расскажут, правда? Да, конечно, конечно, мы вас таки понимаем. Итак, быть верующим сложно. На самом деле, может быть, для кого-то это секрет, но быть верующим очень сложно. Потому что пока ты был неверующим, а ты был прекрасным человеком. Как только ты начал сравнивать свою жизнь с Писанием, ты понял, что ой-ой-ой. Правда? Ой-вей и ах. А потом еще раз и ах. И так до конца жизни. Ты читаешь эту Библию, да, и ты видишь, что на самом деле расти, расти не, и нет конца всего этого роста. И оказывается, что очень и очень сложно. Потому что чем больше ты изучаешь Писание, тем больше ты видишь, сколько там есть правил различных. Сколько жизнь дает нам сложных ситуаций, в которых что нужно сделать? Нужно принять решение. Правда? Это такой стресс. Нет? Это мне напоминает историю о человеке, который пришел к психологу и говорит, доктор, я так устал, я целый день принимаю решения. Он говорит, правда, а где же вы работаете? Он говорит, я работаю на сортировке яблок. И вот они проходят мимо, и я должен принять хорошее решение или плохое, положить их в этот ящик или в этот. У меня стресс, я устал от принятия решений. Итак, и очень есть классное место Писания, которое вот так емко описывает нашу с вами жизнь. Вот очень емко. Давайте мы посмотрим. Матфея 7 глава, 13-14 стих. Это Нагорная проповедь, кто не в курсе. Матфея 7, 13-14. Там написано. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». К сожалению, правда? Итак, скажите, пожалуйста, кто идет узкими, вот, да? Кто сейчас идет этот путь узкими вратами? А?
Мы, правда? Вы чувствуете себя человеком, которому тесно? Тесно. Ой, как тесно, ой, как тесно. Вообще, пробиваешься, ты просто ползешь вот так и думаешь, когда же я уже доползу до этого Царства Божьего? Когда же уже что-то легче станет в моей жизни? Итак, узкий путь, ведущий в жизнь. Мы все хотим жизни, мы все хотим жить хорошо. Мы все хотим жить с Господом в вечности и жить, ну, близко с Ним. И, знаете, очень интересное место. Я вот, когда его увидел на этой неделе, когда я размышлял, говорил, как будто первый раз увидел, я себе начал спрашивать, а вообще, о чем это место Писания? Вообще, вот, ну, действительно, о чем речь? Когда мы его читаем, то очень часто мы вот его интерпретируем в том контексте, что наша жизнь как верующего человека полна определенных заповедей, определенных каких-то лишений, определенного какого-то такого состояния, которое делает нас очень, знаете, как бы ограниченными в нашем хождении. Мы вот идем в Царство Божие, но, вы знаете, многое нам нельзя. Многое нам вот вообще ни туда, ни сюда. И потому что очень сложно попасть в это прекрасное место. Очень сложно. Нам надо очень сильно себя ограничить. Но вы знаете, есть интересное еще одно место, которое говорит о воротах, о дверях и о чем-то таком вот похожем. Давайте откроем Иоанна 10 главу, 9 стих. Давайте посмотрим. Иешуа назидает своих учеников, и он говорит следующее им. «Я есть дверь». Тоже интересно, правда? То есть это место, через которое входят, и место, через которое выходят. Так же, как и ворота, правда? Ну, в общем-то, очень похожая как бы аллегория, очень похожая, или, скажем так, метафора, ну, похожее нечто. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет». И выйдет. То есть человек входит, и он выходит из этой двери. Ну, то есть он вот как мы вошли в дверь и вышли с другой стороны, да? Войдет и выйдет, и пажить найдет. Итак, оказывается, Иешуа говорит о себе как о дверях, через которые может пройти человек и найти пажить. Теперь вот такой вот простой вопрос. Скажите, пожалуйста, друзья, когда же мы проходим эти двери? Все время, вот есть, да. Есть второй вариант, когда принимаем Господа Иешуа как своего Спасителя. Так все же, когда? Давайте поразмышляем об этом. Ну, вот просто, давайте попробуем еще подумать. Итак, он говорит еще раз, давайте вернемся. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот что сделает?» Спасется. То есть вот мы можем опереться на слово «спасется». Если человек получает спасение, то, наверное, все же речь идет о принятии Иешуа как своего Спасителя. Правда? Ведь мы также говорим о том, что человек рождается свыше в момент именно принятия Иешуа как своего Спасителя. А давайте вернемся. Интересный такой вот момент. Смотрите, пажити. Пажити – это такой интересный образ, это хороший образ, правда? Ну, то есть это фактически описывает пажити, понятие пажити описывает жизнь неголодную, правда? То есть мы покушаем, сытую. Это, скорее всего, будет какое-то состояние безопасности и обеспеченности. Тогда, когда мы вот ни в чем не имеем нужду. Итак, давайте соединим эти два места. В первом говорится о том, что есть врата, ворота, которые узкие, и есть путь, который широкий. И здесь Иешуа говорит о том, что я являюсь вот этими определенными дверями, через которые нужно войти. Поэтому, если мы понимаем, что мы спасаемся в момент принятия Иешуа как своего Спасителя, мы можем сказать о том, что мы проходим тесными вратами во время этого принятия. Правда? Можно так подойти к этому вопросу? То есть, иными словами, объясню, что я имею в виду. Вот в этом мире есть множество вариантов того, как можно прожить эту жизнь. Множество. Вы выходите, у каждого человека вот здесь за окном есть свой план спасения.
он как-то вот считает, вот есть своя идея того, как пройдет вообще его жизнь, к чему вообще он живет. Может быть, она несовершенна, может быть, какая-то ограничена, еще что-то. Но люди представляют. То есть есть широкий путь, есть широкий выбор, большой спектр возможностей того, как будет выглядеть твоя жизнь. А есть очень маленький такой вот, знаете, путь. Вот представьте, что вам есть множество дверей, а есть одни двери. И для того, чтобы в них пройти, они небольшие, они маленькие, они неказистые. Но если человек через них проходит, он получает благословение. Он находит жизнь, написано, ведущие жизнь, и немногие находят их. Иными словами, для нас, людей верующих, которые услышали послание о Боге, приняли Иешуа как своего Спасителя, наступил тот момент, когда мы вошли в место, где будет жизнь, где будет благословение. Услышьте, вот ну, такой вот интересный как бы библейский подход вообще вот к идее спасения. Потому что очень часто в нашем понимании мы по-прежнему боремся за право войти. Мы вошли. Мы боремся за то, чтобы привлечь внимание Господа. Мы привлекли внимание Господа. Мы боремся за то, чтобы получить спасение. Но на самом деле спасение уже даровано нам на сегодняшний момент. Это не значит, что наша жизнь стала проще. Это не значит, что заповеди перестали быть заповедями, потому что мы уже вот все, пришли в Царство Божие, там уже пажите, давайте балдеть. Абсолютно нет. Но это значит все же, что некий определенный этап нашей жизни, ключевой этап, он уже пройден, друзья. И если мы, как верующие люди, каким-то образом сегодня умираем, что с нами происходит? Мы идем к Господу. Мы уже являемся гражданами Царства Небесного. Понимаете, да? Мы уже прошли через определенные двери. И даже если мы живем здесь, и даже если наша жизнь, она полна каких-то несовершенств, ничего страшного. Давайте будем разбираться дальше. Итак, нас ждут пажити. Так говорит Иешуа. Те, кто проходит через двери спасения, те получают доступ к его пище, его заботе. Фактически, друзья, жизнь удалась. Ну так, если реально посмотреть. Да, жизнь удалась, Царство Божье, оно начинает открываться внутри нас. Оно еще не открыто, да, полностью во всей полноте. И мы знаем, что полное изменение нас как личности произойдет в вечности, когда будет изменено наше тело, когда будет изменено вообще мир вокруг нас, тогда придет полное окончательное изменение всего вокруг. И притча 4 глава 18 стих описывает наш путь. Путь сегодня. Там написано следующее. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Ну, своим языком, не синодальным, я скажу так, что путь праведного человека подобно солнцу, светило лучезарное, которое светлеет до той поры, пока не войдет в зенит. Так выглядит наша жизнь, друзья. Вот солнце, оно потихонечку поднимается, поднимается. Сначала какой-то такой мрак вроде бы, да? Потом вроде ярче, ярче, ярче. И потом вот оно, солнце. Это путь праведного человека. Это наш с вами путь. Когда мы принимаем Иешуа как Спасителя, мы имеем на себе большой багаж, который не дает возможности сиять Богу в нашей жизни. Но через время, по мере того, как мы с вами продвигаемся дальше, его свет, его солнце, оно просто проходит через нашу жизнь. Оно отражается в нашей жизни. Это путь праведного человека. Итак, если все так хорошо, то почему наша жизнь не совсем похожа на это хорошо? Ну, давайте будем честны, правда? Если все вот так прекрасно, если мы уже вошли в Божьи пажити, если уже есть пища, то почему мы переживаем, например, этапы какого-то падения, почему мы по-прежнему какие-то проблемы решаем? Вот есть сложности с грехами у нас, правда? Ну, ведь есть же сложности, давай будем реалистами. А что вообще вот об идее того, что Царство Божье нужно достигать в течение своей жизни? Вот есть такое интересное место, Матфея 11 глава, 12 стих, помните его? Там написано так,
Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. То есть, иными словами, вот мы прочитали несколько мест, в которых говорится, что Царство Божие уже наступает для нас, оно уже доступно, но тут написано, что нужно прилагать какие-то усилия, правда? Для того, чтобы получить его. Так оно есть у нас или его надо еще получить? Как вы думаете? И то, и другое. Оно и есть, и его еще нужно получить. На самом деле, это одно из очень интересных, самых трудных мест для толкования в Новом Завете. Самое трудное место для толкования, потому что нет единого перевода. Мы привыкли его видеть вот в таком виде, в синодальном переводе. Например, я, когда посмотрел его, оказалось, что вообще огромное количество вариантов того, как можно перевести это место. Один из переводов, такого перевода Одинцова-Белинского, он говорит так, смотрите. «Одни же Иоанна Погружателя до ныне Царство Небесное насилуются, и насильники похищают его». Вот так вот. Совершенно другой смысл, правда? Еще раз прочитаю, смотрите. «Одни же Иоанна Погружателя до ныне Царство Небесное насилуются, и насильники похищают его». Есть целый ряд переводов, которые переводят подобным образом, ну плюс-минус слово. То есть, иными словами, есть какие-то злые силы, которые пытаются разрушить Царство Небесное. Понимаете, да? Они пытаются украсть его, чтобы люди не смогли получить его. Они пытаются разрушить доступ, они пытаются сделать так, чтобы царство было не, как бы, неактивным в состоянии, чтобы люди не могли воспользоваться преимуществами этого царства. Итак, мы понимаем, что на самом деле это тоже может быть хорошим объяснением. Потому что мы видим большое количество различных демонических сил, различных вообще сил, которые противостоят верующим людям, противостоят Богу, различных духов, которые пытаются остановить прогресс и продвижение, чтобы люди они не находили вот эти узкие врата, через которые нужно пройти. Чтобы вот большая дорога была всегда большой. И чтобы легко можно было попасть куда угодно, но только не в Царство Небесное. Мы его похитим. Мы сделаем насилие против него. Мы сделаем нечто, что не даст возможности людям войти. Почему бы и нет? Итак, поэтому мы можем сказать, в общем-то, друзья, что Царство Божие, оно начинает действовать в нашей жизни здесь, сейчас. Что мы те люди, которые все же прошли через ворота посвящения, ворота верности вместе с Господом. Итак, основная мысль, я хочу подвести, может быть, вы немножко потерялись по дороге, но давайте мы соберем все вместе. Верующие люди, которые приняли Иешуа как своего Спасителя, уже становятся гражданами Царства Небесного. И уже для таких людей доступны благословения этого Царства. Уже доступны, друзья. И мы должны возрастать в этих благословениях в течение нашей жизни, как светило лучезарное. Эти ценности царства должны открываться в нашей жизни. По-другому говоря, вы хотите главный приз? Он уже у вас есть. Вот еще раз, я понимаю, что это немножко может быть непривычно. Почему? Потому что нас, в принципе, часто учат тому, что мы должны достигать. Правда? Но если мы говорим такими образами, если мы опираемся на эти места Писания, мы видим, что все же мы достигли. Бог спустился в нашу сторону и принял нас в свое общение, принял нас в свое царство. Итак, и произошло это не потому, что, друзья, мы сдали какие-то нормативы. Мы не потому, что мы старались очень сильно, а потому что мы прошли через узкие врата. Потому что мы поверили, потому что мы помолились молитвой покаяния, потому что мы приняли Иешуа как своего Спасителя. Это называется благодать. Еще раз. Мы вошли через узкие врата. Не потому что мы приложили к этому великие усилия. Не потому что мы бились, постились, выучили Новый Завет и еще Ветхий Завет на всякий случай. В оригинале и на греческом. И не потому, что мы давали там очень много там того-сего. Не потому, что мы вот так и вот сяк.
просто потому что мы, как грешные люди, пришли к правильному месту, к правильным воротам, к правильным дверям. Мы постучали и сказали: «Примите нас, пожалуйста». Мы просим, чтобы вы пустили нас пройти через эти ворота во имя Иешуа. Просто потому что Он, ну, сказал, что Он является этими дверями. Мы просим, ну, как бы мы не должны были бы, конечно, сюда входить. Мы это понимаем. Просто пожалейте нас и примите нас во имя Иешуа Мессии. И нам говорят: да, конечно, заходите. Он сказал, что вы придете. Что всякий, кто будет приходить во имя Иешуа, их надо пропускать сюда. У вас будет, ну, непростая жизнь, потому что вам нужно будет разбираться с теми вопросами, которые вы принесли. Но тем не менее, все нормально. Вы становитесь гражданами Божьего Царства. Вы становитесь Его сыновьями. Вы становитесь Его дочерьми. Искупление, оно коснулось нашего сердца. Уже произошло что-то. Уже произошло новое рождение. И здесь вот интересный вопрос. Если мы получили главный приз, то, собственно говоря, зачем нам стараться? Правда? Ну, вот так вот, если подумать. Если все это дело ради того, чтобы попасть в Царство Небесное, так мы уже, получается, вот как бы вроде Его дети. Зачем нам все остальное? И это очень хороший вопрос. Сразу же напоминается такое место Писания. Матфея, 5 глава, 48 стих. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Знакомое место, правда? Верующий человек должен быть совершенный. Вот вам цель, вот вам вызов. Совершенство. Скажите, пожалуйста, кто считает себя совершенным? Не? Во Христе. Витя считает себя совершенным. Да. Совершенство – это процесс, это не состояние. Интересный подход. Хорошо, давайте разбираться. Итак, на самом деле это место, оно приводит в ступор многих людей. На самом деле, потому что мы читаем и мы понимаем, что никто из нас не совершенен. Я очень сильно несовершенный человек. И совершенен только Бог. А здесь Он говорит: будьте совершенны. То есть такое ощущение, что Он приходит, дает заповедь и говорит: будь совершенен. В общем-то, если я вот так вот как смотрю на тебя, несовершенен, не радуешь ты меня. Старайся еще. Вот. Ты читал сегодня Библию? Нет. Ах, ну ты же понимаешь, что ты несовершенен. Да, ну почитай. Сразу стал как-то получше тебе, да? А ты молился сегодня на ночь? Дездемон. Помолись. Сразу стало легче. Вы чувствовали вот это чувство такое, да? Вы что-то сделали такое хорошее, и вам стало так тепло на сердце, правда? Вы стали совершенным. Чуть-чуть стали совершенным. Мы приблизился тогда, а потом на утро встал, поворчал что-то там, что-то буркнул кому-то, и снова надо плюс две главы Бога. Зачем тогда святому освящаться? О, зачем святому освящаться еще тоже? А праведнику творить правду еще. Ну это спасибо за помощь. Итак, будет комментарий Торы, у тебя будет возможность использовать эти места. Итак, мы видим, что не так все просто, правда? С одной стороны, мы вот находимся в Царстве Небесном. Вот вроде все уже. По идее, мы прошли этот путь. Но с другой стороны, Бог ставит для нас определенные цели. И на самом деле мы понимаем, что от этого места и от подобных мест есть целый набор ожиданий о том, как верующий должен поступать, как верующий должен реагировать и что верующий человек должен чувствовать. Правда? Заповеди, они как бы подсказывают нам и говорят, что верующий, например, он должен вот так себя вести, так разговаривать, вот это делать, а это не делать. И отсюда очень часто мы имеем целую кучу вины. Вы живете в вине? Ну, в смысле, не в напитке,
в состоянии вины перед Богом за то, что вы несовершенны? Нет, конечно, нет. Что вы мне рассказываете? Мы живем в чувстве вины. Нет, не живем? Отлично. Есть такое. Я знаю. Правильно. Это все зависит от того, как мы смотрим на некоторые места Писания. Если мы считаем, что мы еще не вошли ни в какие врата, если мы смотрим на эти места, о том, что будьте святы, как я свят, если мы смотрим на свою жизнь, очень легко начать жить в вине, в чувство осуждения самого себя. Очень легко начать стремиться заслужить Божью любовь через исполнение каких-то вещей, которые дают нам ощущение святости, ощущение удовлетворения Бога. Вот мы, еще раз я вернусь, мы почитали на главу больше, мы удовлетворили Бога, мы удовлетворили себя. У нас нет такого сильного чувства вины. Мы где-то на кого-то буркнули, а потом мы, там, допустим, дали там пожертвование бедному человеку. Мы думаем, ну, Боже, может быть, хоть это перекроет то. Да, хоть как-то. Может быть, да, что-то вот как-то я попробую. И на самом деле реальность показывает в том, друзья, что многие верующие живут в чувстве вины перед Богом за свое несовершенство, за то, что они не смогли удовлетворить Божьи требования и Божьи ожидания. Мы старались, но мы понимаем, что до уровня Бога Отца. Вы понимаете, что это место сравнивает нас с Абсолютом, с тем, кто, ну вообще, это Бог. И Он говорит, будьте как я. Так это безнадежно, просто. Изначально нам ставится такая задача, что ты просто смотришь на все это и говоришь, конечно, я всегда не дотяну. Вот это пажити у меня такие вот получаются. Я жил в этом мире, не знал этих ворот. Вот теперь я вошел, а там оказывается, ты должен то, и чувство вины, что я не могу никак достигнуть этого всего. Так, Витя, я проповедую, а ты молчишь. Все. Капец какой-то, не еврейская община. Все вместе, да. Где вы были, когда я это все составлял? Молились за меня, да? Теперь слушайте это все. Как намолились, так и будете знать это теперь. Итак, тем не менее, друзья, в нашей жизни, в нашем сердце есть определенное представление о том, каким должен быть верующий. Верующий не грешит. Правда? Верующий не ссорится. Верующий контролирует эмоции. Амен, правда? Всегда контролирует эмоции. О, какие? Вот. Добрые, да. И хорошие. Все эмоции. И, знаете, есть такое, я помню одного человека, такого брата, он говорит, я говорю, что ты такой ходишь постоянно какой-то грустный, а он такой вообще просто, маска такая, он говорит, праведник едва улыбнется. Я говорю, а где это написано? Он говорит, там в книге, там не канонической, в книге Сираха. Я говорю, ну понятно, так и живи. Такой, знаете, дух мрака такого вокруг, не канонического мрака, вот просто отражание такого вот, праведник едва улыбнется. Но тем не менее, друзья, представление о себе. Верующий – это человек, который не ссорится. Ай-яй-яй, как вы можете ссориться, правда? Никаких конфликтов среди верующих. Это вообще неверующие, да, вот мы понимаем. У верующих идеальные семьи. Конечно, говорят здесь. Вы чувствуете, да, с одной стороны есть уровень святости, будьте святы, как я свят, а с другой стороны есть реальность, о которой мы с вами знаем. Вы сейчас хохочете, а каждый говорит, да, это правда. Мы знаем этих верующих, еще как у них эмоции лезут. Со всех сторон, если где-то на любимую мозоль наступишь, о Боже! А какие слова можно услышать, правда? Если не прямо, так за спиной. Такие имена, да, пускай тебя Господь благословит, да, чтоб тебе, да, и ты так чувствуешь, прям благословение вонзается в спину тебе. Ты всегда должен что? Радоваться. Верующий всегда радуется. Правда? О, амен, амен, амен. Радуйтесь, еще говорю вам, радуйтесь. Радость ваша да будет, кротость ваша да будет известна всем человекам. Правда?
А что ж мы так не радуемся, друзья? Или вы сильно радуетесь своей жизни? Ну, это ж надо стремиться. Вот когда-то я достигну, и тогда буду радоваться. А сейчас я понимаю, что я недостоин. Правда? Потому что я не радуюсь. Нет, нет, конечно. Просто я внутри, в глубину в сердце радуюсь, правда? Я... Верующий человек должен быть всегда счастливым человеком. А? Ну а как? Ведь он же принадлежит Иисусу. И что? О, Бог наш. Мы же в Царстве Небесном. Мы же найдены. Мы же спасены. Вы счастливые люди? Да. Правильный ответ. Молодцы. Счастливые. Очень, да, очень именно счастливые. Когда приходят на консультацию люди, я вижу столько счастья в их жизни. Вы знаете? Именно просто льется рекой, пытаешься, думаешь, куда же это все вообще, что с этим счастьем делать? Его так много. Хоть на реп-центр отправляй, там одни несчастные, да, здесь вот как бы одни счастливые. Да, 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 да. Не просто все, да, потому что мы живем под чувством вины от того, что не соответствуем Божьим ожиданиям. И это очень типичный образ мышления для духовного перфекциониста. Знаете такое слово? Перфекционизм. И у нас есть вот это мышление духовного перфекционизма. Мы хотим, чтобы наша жизнь, она была совершенной во всех этапах своей жизни. И когда мы не видим этого совершенства, это вводит нас в чувство вины, либо это вводит в определенный формализм, когда мы становимся теми, кто со всех сил пытается впечатлить Бога своей жизнью. И, знаете, такая полиция нравов духовная, когда мы приходим, говорит, ты там вот то, а ты вот это, ведь святость, узкие врата, ну-ка давайте подтянитесь, и нам еще 50 лет, и мы в них войдем. И Бог тогда даст нам венец, мы должны пробраться в это Царство Небесное, где-то там оно, где-то там, но только знаете что? Я помню, когда-то я был в одной церкви, и там рассказывали такие истории. Они ввергали меня в полнейший ступор, просто я не знал вообще, зачем я хожу в церковь. Да, я вам серьезно говорю, вот примерно такая история, может вы слышали этого такого. Однажды, давным-давно был... Один епископ или пастырь, это опционально, в разных церквях по-разному рассказываю. Да, значит, он был страшно набожный и святой человек. Не было, вот как Иов, почти вот по жизни, но вот однажды он умер. Я сейчас без сарказма говорю, это реальная история. Вот он умер, так, и снится какому-то брату пророчествующему, сон об этом человеке, что этот брат, который умер, идет он по небесам, значит, идет и подходит он к этим узким вратам в Царство Небесное. Открывает ему там, предположим, ангел, да, и говорит, что ты здесь делаешь, брат там такой-то? Он говорит, я иду, вот всю жизнь тебе, Господи, служил. Он говорит, а что это за такая веревочка тянется за тобой? И он оборачивается и видит, веревочка тянется за ним. Он говорит, что это? А это когда-то ты не поздоровался с сестрой Марией и не простил ее за то, что она тебе сделала замечание. О, ужас! И вы знаете, что с этим человеком было? Он пошел в ад. Неплохо, правда? Я так слушал, думаю, мне можно не начинать. Я безнадежный грешник, друзья, я вообще редко с кем здороваюсь. Я когда прихожу на служение, я где-то на своей волне, знаете, вы не обижайтесь, если что, а то еще в ад я пойду. Примите мою немощь, пожалуйста, к такого вот человека недалекого. Но послушайте, когда я слышал эти истории, я реально был в ужасе, потому что знаете что? А кто может спастись? Ты вкалываешь, ты работаешь, ты служишь, ты освящаешься. И потом ты приходишь, и ты никуда не заходишь. Как поганый грешник, ты уходишь в ад. Как человек, который грешил всю жизнь. Я вообще не понимаю, где Бог, вообще кто Бог, если так?
Ведь этот человек был духовным перфекционистом. Он всю жизнь пытался исполнять заповеди по-честному, не из лицемерия перед Богом. Понимаете, да? Он служил церкви 80 лет из своей жизни, из 82. И он недостоин. Это, послушайте, это страшно. Это страшно, когда мы понимаем, что врата еще не пройдены. Это страшно, когда мы принимаем условную любовь Божью, когда мы не верим в благодать преображающую. Это страшно, друзья. Мы не знаем, что Бог сделал для нас. Смех смехом, но это проблема, потому что мы живем как раз в чувстве вины. Мы осознаем эти канаты, которые нас держат, и мы говорим, я не знаю, войду ли я туда когда-нибудь. А Писание говорит о том, что мы вошли. Я говорю, я недостоин любви, я недостоин благодати. Вот если моя жизнь построена вокруг этого слова, если я буду дольше молиться, если я начну больше давать, если я начну поститься, если я буду служителем, если я стану пастырем, если я стану пастырем, у меня будет большая церковь, больше, 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 Боже, я хочу заслужить Твою любовь, тогда я войду в Царство Небесное. Может быть. Может быть, потому что ты говоришь, будьте святы, как я свят, а я не могу. Но я буду стараться. Я заслужу твое благоволение ко мне. Я заслужу твое принятие меня. Я заслужу, чтобы ты обратил свое лицо ко мне и сказал, добрый и верный раб. Сын? Да нет, я не думаю. Раб – хорошее слово. Хорошее слово. Я на большее не рассчитываю, Боже. Я не рассчитываю, что ты дашь мне свой перстень. Я не рассчитываю, что здесь что-то произойдет. Я не ожидаю, что бесы будут меня слушаться. Я не ожидаю, что придут исцеления, благословения, что я вообще этого достоин, Боже, потому что я никто и ничто, и я не достоин. Вот мышление духовного перфекциониста. Вот мышление человека, который смотрит на места Писания и ввергает в себя чувство вины. День за днем. День за днем. Знакомо? Знакомо. Очень сильно знакомо. Смех смехом, друзья, а очень сильно знакомо. Потому что мы не верим в Божью благодать. Потому что благодать у нас всегда связана со словом, что и я тебе должен что-то дать. И тогда я имею какое-то чувство внутреннего удовлетворения, что я не просто бесплатно получил, а как бы и в ответ сказал спасибо. Вот я вот и тогда, ну и тогда оправдано, хоть немножко, хоть какую-то часть царства я могу получить, дайте, пожалуйста. Итак, друзья, вот это стремление к совершенству основано на условной любви. Условной любви. В таком взгляде Бог говорит очень просто, если ты достигнешь, будешь достаточно хорош для того, чтобы я посмотрел на тебя без сожаления, ну, тогда да, я вот как бы, да, буду проявлять любовь. А если нет, я всегда буду смотреть на тебя и плакать от твоего несовершенства. Я буду смотреть и говорить, ну, понятное дело. Что выросло, то выросло, да. Могло быть и лучше. Ну, что-то там оно вот шевелится как-то там, да. В таком подходе, друзья, Бог – это грозный Отец, который любит тебя только за то, что ты приносишь Ему самые идеальные оценки. И такой подход очень сильно нам знаком, потому что условная любовь – это то, как устроен весь этот мир. Весь мир живет в условиях условной любви. Если то, если ты вот так, то тогда вот так и вот так. Все очень просто. Знакомо, правда? Очень сильно знакомо. Что-то, да, что-то мы получаем за что-то. Очень интересно, вы знаете, если мы посмотрим на это место, будьте совершенны, как я совершенен. Если мы посмотрим греческий, мы увидим, что не совсем слово переводится правильно, совершенство. В русском переводе это слово совершенство, а в английском perfect, перфекционист, отсюда происходит это слово. Оно переводится как без изъяна. То есть человек, будьте без изъяна настолько, насколько Бог вот без изъяна. То есть просто вы должны не иметь ничего такого вот просто вот без изъяна. Но если мы посмотрим на греческий, там стоит слово телеон. Оно переводится как зрелый или завершенный.
Еще раз, ухватите вот эту мысль. Будьте зрелы. Будьте зрелы. Каким является ваш отец? Витя проверит меня сейчас. Там написано «зрелость». Там написано «зрелость». Его можно в разных контекстах это слово ну, как бы использовать, но тем не менее. Попробуйте, когда вы читаете свою Библию, вместо слова «совершенство» ставить слово «зрелость». Вы увидите, насколько интересно оно используется тогда. Насколько интересно меняется смысл. И тогда мы говорим, что быть взрослым, когда Иешуа обращается, говорит, будьте зрелыми, будьте взрослыми, стремитесь к тому, чтобы быть такими, как Бог. Это подразумевает определенный процесс. Помните, мы говорили о солнце, которое всходит? Это процесс. Процесс, когда тьма отходит и выходит свет. Когда приходит совершенство, когда приходит зрелость. Слушайте, это меняет немножко подход к жизни, правда? Это значит, что Бог, глядя на нашу жизнь, Он понимает, что невозможно нам выдать 100% святости. Ну просто невозможно, мы не можем, понимаете? Даже если мы все вместе скинемся, даже если мы как Есеи переселимся в пустыню, в пещеру, окружим себя камнями и будем просто только вот так вот в Библию смотреть, мы все равно не выдадим ту уровень святости, который вот как бы присущ Богу. Да? Нам нужна Его праведность. Нам нужно Его помилование, которое просто дается по благодати. Иными словами, друзья, я хочу, чтобы вы услышали, Бог не ожидает от нас безоговорочной святости. Бог не ожидает от нас, вот знаете, максимального уровня для того, чтобы излить свою любовь. Он принял нас уже, Он принял нас уже здесь и сейчас. Бог встретил нас, знаете, когда? В худшие моменты нашей жизни. Когда грех был очень сильно, вот вообще на пике в нашей жизни. И Он посчитал, что Он может принять нас в этот период позора. Он посчитал, что мы можем войти через эти врата. Так не примет ли Он нас в те периоды, когда мы возрастаем в зрелости? Примет, правда? Я верю, что примет. Я отказываюсь верить в Бога, который ставит невозможные цели перед нами. Это так поступает, знаете кто? Так поступает отец, не совсем нормальный, который ставит, знаете, вот такое что-то там от ребенка, как я говорил. Вот выучишь кибернетику, тогда мы с тобой поговорим. Тогда я буду тебя любить. Кому ты говоришь, трехлетнему ребенку, какая кибернетика? Что он в этом понимает? Он читать не умеет, а ты ставишь такие цели. Мы читаем эти места и говорим, будьте святы, о Боже, как же достигнуть этой святости? Поэтому я в чувстве вины, поэтому я чувствую, что я никакой, я недостоин. Итак, Иешуа принимает нас уже, Он уже радуется нам. Услышьте, уже радуется нам. И если Он ожидает от нас святости, то не потому, что Он хочет наградить нас в конце билетами в Царство Небесное. Друзья, Царство Небесное доступно нам здесь и сейчас. Еще раз, мы прошли этими узкими вратами, мы прошли дверями, которые называются, знаете, на которых написано «Иешуа». На косяках там кровь, и там написано «Иешуа». Мы прошли через эти врата в момент нашего сокрушения, в момент нашего покаяния. Какими мы вошли туда? Это позор нам было, да? Очень в плохом состоянии вошли, но мы уже прошли. Поэтому Он ожидает от нас, что мы будем менять свою жизнь. Он ожидает, что мы будем возрастать в святости, но знаете что? Это не значит, что мы будем заслуживать Царство Небесное. Он ожидает, что мы будем исполнять заповеди из благодарности, из почтения, из уважения к Богу, из желания приблизиться к Нему. Он говорит, послушайте, вы хотите ко мне приблизиться? Моя природа, я свят, я отделен. Постарайтесь соответствовать. Чем больше вы будете соответствовать, тем ближе мы сможем с вами, чем чаще, тем лучше. Понимаете, да? Но это не значит, что Он обделяет нас собою, обделяет своим вниманием. Итак, духовный перфекционист – это человек, который не принимает собственное несовершенство и несовершенство других верующих. Это человек, который живет в стыде за себя
и за других людей. Он по-прежнему пытается втиснуться в эти узкие врата перфекционизма, чтобы заслужить Божью улыбку. Он по-прежнему пытается войти в них и сказать: вот смотрите, что я заплатил тебе, Иисус, вот теперь вот я думаю, что я могу хоть на что-то претендовать где-то там. Кто я такой, чтобы Бог со мной вообще разговаривал? Кто я такой, чтобы Бог вот там творил чудеса через меня? Да? Это вот мышление такое. Когда ты говоришь с людьми, он говорит: вот, вы можете помолиться за одержимого человека, и бесы уйдут. Да не-не-не-не, что вы говорите такое? Или вы можете молиться за больных людей? Да не, надо кого-то другого. Я что-то там не понимаю, что это я. Я ж не такой, как вот там вот пастырь какой-то там, или еще кто-то там. Пускай они молятся. Послушайте, ну нет такого. Вы можете молиться. Вы можете ожидать чуда в своей жизни. Вы можете обращать свои молитвы, они будут услышаны точно так же, как молитвы какого-то пастыря. Да какая разница? Все прошли через ворота, и все были недостойны. Каждый занимается своим делом в Царстве Небесном, в его храме, но это почетное место, это благословенное место. Не нужно смотреть на себя и, знаете, мерять свою жизнь мерками дисциплины. Это не значит, что дисциплина не нужна, мы сейчас об этом поговорим, но тем не менее, вы не впечатлите Бога знанием Библии наизусть. Понимаете, да? Нужно ли ее знать? Конечно, нужно. Но вы его не впечатлите, он вас любит, даже если вы ее просто читаете. Просто вот на кухне вы читаете. Он вас любит, если вы можете поститься полдня или можете поститься 10 дней. Он вас любит, уровень любви не меняется. Понимаете, да? Он по-прежнему благосклонен, его благодать, она большая. Итак, когда мы опираем свою ценность на дела, когда мы опираем самого себя на дела, мы попадаем в этот просто круг безнадежности. Когда мы перестаем верить в Божью благодать, или, может быть, мы не были наученными, мы, знаете, вот интересно, есть такая притча о царе и рабе, который ему задолжал. Помните, Матфея, 18 глава, 23 стих такая, да? О том, что был один чиновник, который царю должен был очень много денег. И он пришел и говорит: царь, потерпи на мне, пожалуйста, я должен тебе, я все тебе отдам. И там написано, что царь просто простил ему долг. И что потом произошло дальше? Он пришел к своему другу, и что? Он начал требовать с него. И мы говорим, что вот это неумение прощать. Но знаете, что можно еще увидеть в этой притче? Когда этот чиновник сказал: я все тебе отдам, потерпи на мне, он пришел, и он не услышал, что сказал ему царь, о том, что я все тебе простил. Он пришел к своему другу и говорит: отдай мне, потому что у меня есть долг перед царем, я хочу царю денег отдать. Понимаете, да? Я хочу взять вот и просто, чтобы не про... Ну как это просто так вот взял и простил? Я хоть что-то принесу ему, поэтому быстро отдай мне все. Мое, я хочу собрать эти деньги, я хочу вернуть этот долг, я хочу, чтобы царь, он был доволен мною. Послушайте, царь уже простил. Царь уже простил, уже можно расслабиться, можно идти домой. Ты можешь и не требовать кого-то с другого. Тебе не нужно отдавать долг за счет того, что ты снимаешь эти долги со своих должников. Все, ты можешь расслабиться, ты можешь принять Божье благословение. Итак, Бог нас прощает. Мы хотим, чтобы, в принципе, другие люди, они тоже заслуживали нашей любви. Правда? Сложно нам принять идею прощения. И мы на сегодняшний момент на самом деле очень открыты для того, чтобы Бог, ну как бы не то, что открыты, мы как раз и закрываемся, мы, это очень доступно для нас, чтобы Бог служил нам. Люди, посмотрите на свою жизнь, Бог, Он принял вас, Он может и хочет вам служить, не отгораживайтесь от Него своими, ну вот как бы попытками заслужить Его любви, примите Его любовь. Просто. Я понимаю, что это не свойственно, я понимаю, что это тяжело нам понимать, да, потому что нас в принципе учили всегда, что нужно давать, ну, как бы сначала нужно дать ему, а тогда он придет, на твою жертву он будет приходить. Но мы видим, что он сам спускается к нам, он сам начинает нам служить.
Он открывается для ответа на наши молитвы. С самого детства, в принципе, вы знаете, как формируется представление нас о самих себе? Когда ребенок рождается в этот мир, он ничего не знает об этом мире. Просто ничего не знает. И он смотрит на то, как люди реагируют на него. Вы играли когда-нибудь в такую игру? Когда пишутся разные персонажи сказочные, на такие наклеечки, вы цепляете ее на лоб и ходите, и вот вы можете задавать вопросы, например, «Кто я?» И там тебе говорят, ты спрашиваешь, я мужчина или женщина? Ты говоришь, ну, ты и не то, и не другое. Там, я сказочное животное или не сказочное? То есть ты должен угадать персонажа, который написан у тебя на лбу. Играли в такую игру, да? Вот ребенок, он рождается, он понимает, что у него на лбу что-то написано, прочитать он не может. Он начинает общаться с людьми другими, растет, и люди по-разному реагируют. Кто-то подходит и такой смотрит. Что бы вы подумали? Что-то там какой-то ужас нарисован, правда? А кто-то смотрит и говорит, боже, класс, класс, какой человек, правда? Ты думаешь, ничего себе, один плюется, другой вот так вот. А потом, о, я сочувствую. Мужик, сочувствую тебе, это ужасно, да, держись. И ты думаешь, боже мой, кто же я такой? Чья какое-то благословение, чья какое-то проклятие, чудовище может быть. Вот так, так формируется наше представление. Люди, которые нам говорят о том, кто мы, это наши родители, это наши друзья, это просто случайные люди, они сталкиваются с нами, их реакция выдает то, что мы себе представляем. Когда мы приходим к Господу, друзья, мы думаем, что Бог смотрит на нас, и Он вот так делает от стыда, что Он стыдится нас. Что Он посмотрел и сказал, о Боже мой, это кто ко мне пришел молиться вот это вот, о Боже мой, не отвечу, не отвечу. Нет дома меня, стучите, притворюсь, что небеса медные. Пускай постится побольше. Ну, хотя бы 3 дня пусть попостится, я ему отвечу. Но знаете, в чем реальность? Реальность в том, что это неправда. Реальность в том, что Бог посмотрел на нас и говорит, о, да, это все сложно, но я считаю, что это ценный человек. Настолько ценный, что я даже умру за него. Вот если вы бы увидели, что кто-то за вас умер, вы бы считали, что этот человек ценит вас? Да, я думаю, да. Правда? Ну, это если бы вы видели... Ну, даже вот мы давайте перенесем на такую. Вот мы говорим иногда о таких приятных вещах, как верность животных по отношению к людям. Хатико, например, такая собака добрая была когда-то. Или там мы иногда фотографии видим, собака там живет на могиле хозяйки там 5 лет, например. Вот мы говорим, это что? Это верность, это ценность, да, это преданность, это просто молодец, ну, собака. То есть мы видим какое-то действие, и мы говорим, вот это действие означает, что есть, ну, как бы, что это животное ценит своего хозяина, которого уже нет. Когда мы смотрим на то, что сделал Иешуа для нашей жизни, послушайте, так это круто. В самый плохой момент нашей жизни он посмотрел на нас, и он сказал, а я считаю, что этот человек достоин того, чтобы за него умереть. Мы не постились тогда, мы не молились, десятину не давали, ничего не делали. Он говорит, а я считаю, что ты ценный человек. Знаете, про кого он сказал? Про вас, про меня, про каждого из нас. Со всеми нашими проблемами, со всеми нашими бедами, со всеми нашими... Этими самыми он говорит, я считаю, что я приму такого человека в Царство Небесное. Меня? Ну да, тебя. Почему? Есть такое слово «любовь», есть такое слово «благодать». Ты, может быть, сейчас этого не понимаешь, но я тебя принимаю. Ты можешь находиться в моем присутствии. Я могу прийти в твою жизнь. Я могу с тобой поговорить, я могу тебя наставить. Я научу тебя, как менять свою жизнь, как соблюдать заповеди. И таким образом ты изменишься еще больше, ты больше будешь отражать мои ценности. Итак, что будет, если мы сосредоточимся на этой цене, на этой ценности, а не на том, как немощны мы? Что будет, если мы начнем больше думать о важности Его благодати, вообще о силе Его благодати,
а не о том, насколько ужасны мы. Что если тот образ, о котором говорили люди, образ условной любви, это не точный образ? Что если на самом деле его оценка первична по отношению к нам? Несовершенны? Да, конечно, да. Идеальный? Ой, нет, ни в коем случае. Но нас приняли. Нас приняли. Случается ли у нас падение? О, да. Попадаем, депрессуем ли мы? Конечно, депрессуем. Срываемся ли? Срываемся. Грешим? Грешим. Но нас прощают. Нас принимают обратно. С нами снова имеют дело. С нами снова общаются. Можем ли мы вернуться обратно вот туда, в рабство? Можем, если захотим. Мы не хотим. Но мы можем, правда? Можем ли мы потерять спасение? Можем потерять спасение. Мы можем отказаться от этих отношений. Это будет наше решение, но это не будет его желание. Потому что он принимает нас. Он принимает нас в минуты нашего поражения. Итак, все же нам надо поговорить о святости. Все же нам надо поговорить о святости. Божья благодать не позволяет нам опускать руки. Только вот мотивацией становится не желание получить праведность Божью, а благодарность за тот дар, который уже дарован нам. Давайте посмотрим. Тимофея 2 глава 11-15 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас». Смотрите, «научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Смотрите, явилась благодать Божья, то есть мы вошли в эти узкие врата. Но эта благодать учит нас, чтобы мы отвергали мирское. Само действие любви Божией благодати, оно учит нас, что нам нужно отвергать тот образ жизни, который остался за дверями, что нам нужно, и здесь описано, да, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти и так далее, и так далее. И для чего он это делает? Он хочет очищать свой народ. Очищать – это процесс. «Сие говори, увещевай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». И смотрите, Ефесянам 2 глава 8-10 стих. Ефесянам 2:8-10. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Никто не может похвалиться, не от дел. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Нет вообще смысла хвалиться, нет лучших, худших. Есть принятые, и есть те, кто не нашли этот вход. Слава Богу, мы приняты, мы нашли, слово достигло нас. Теперь нам нужно учиться радовать Бога. Но это немножко не та радость, понимаете, да, когда мы пытаемся заслужить Его благосклонности. Мы радуем, потому что это наши отношения. Мы радуем, потому что мы хотим лучше Его понимать. Мы радуем, потому что мы хотим походить на Него. Это нормально, когда дети походят на своего отца, правда? Ничего нет. Буду носить папины штаны, буду бороду папину носить там и так далее и тому подобное. Я буду как папа, отражением папы, в поступках, в характере. Не сразу, я вырасту под его размер. Но есть время, это нормально. Это правильно, друзья, освящаться и отделяться от греха. Но нужно нам все же расти в осознании того, что Бог уже сделал в нашей жизни. И
Я хочу вам сказать, что этот процесс преобразования нашего мышления не будет быстрый. Я однозначно вам скажу, нет быстрых таблеток на освобождение от духовного перфекционизма, потому что нам нужно переосмыслить всю свою жизнь. Нам очень сложно принимать понятие благодати, потому что мы всегда учились платить за то, что нам дают. Именно платить, именно заслуживать, именно заработать. Заработаешь — получишь. Вот наш лозунг этого мира. А здесь-то не так, здесь не заработаешь. То, что написано, что верой мы получили. Мы не заработали, нас приняли, нам это дали. Поэтому я предлагаю начать молиться о себе следующим местом Писания. Ефесянам 3 глава 14, 21 стих. Давайте посмотрим. Ефесянам 3, 14, 21. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, да, в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию, а тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Посмотрите, какие сильнейшие слова. Начните брать это место, подставляйте свое имя и говорите: «Боже, я хочу укрепиться во внутреннем человеке, потому что, Боже, я хочу быть утвержденным в Твоей любви. Я хочу не сомневаться в том, что Ты меня любишь, что Ты принимаешь меня таким, какой есть. Я хочу постигнуть вместе со святыми, что такое широта, насколько она широка, насколько она долгая, насколько она глубока и высока. Я хочу уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову. Я хочу понять, как это сильно, насколько это значимо, насколько это велико. Я хочу осознать, что такое благодать Божия, потому что я хочу вырасти в этом осознании». И дальше он говорит: «И уразуметь превосходящую, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». То есть приходит наполнение Божьей полноты от осознания Его благодати, от осознания Его любви. И там написано, что Он может сделать в нас, действующую в нас силу, Он может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Только задумайтесь, насколько это сильно. Он может сделать в нас, не в каких-то там суперлюдях, а в нас с вами, несравненно больше, о чем мы даже мечтаем. Своей силой, не нашей силой, не нашими заслугами. Его благодать, Его действие начнет производить это изменение. Итак, я призываю вас менять мышление. Я призываю вас размышлять над этими местами, которые говорят о Божьей благодати. И я призываю вас переосмысливать ваши практики. Почему вы делаете то или другое? Почему? Вы читаете Библию, чтобы что? Чтобы порадовать Его? Или вы читаете ее, чтобы научиться чему-то? Или вы хотите молиться только потому, что так, ну, нормальный верующий молится час в день? А почему не больше? Если я хочу поговорить с Отцом, почему я должен на свиданку с Ним приходить час в день? Может, я больше буду молиться? Мы будем общаться больше, мы будем как-то делать какие-то вещи вместе. Я буду работать, почему бы ему не работать вместе со мной, не укреплять, не разговаривать. Я буду готовить, кушать дома или убирать в доме. Я буду что-то делать, ехать в транспорте. Почему бы ему не быть со мною? Господи, я хочу переживать Тебя во всякое время. Я хочу, чтобы, Боже, не было вот этого вот идеи заслуженности, потому что я не заслуживаю, я буду принимать. Но при этом, Господи, я не какая-то тварь дрожащая, я Твой сын.
Я Твоя дочь, я принят, я любим, я благословен Тобою. Я не возвеличиваю себя, я скромно смотрю на свою жизнь. Но Ты делаешь меня таковым. Не потому, что я выбрал себя, назначил. Ты меня таким сделал. Я принимаю себя таким, как Ты говоришь обо мне. Друзья, я верю, что это один из важнейших вообще путей для нашей свободы. Это дает нам возможность сбросить целый ряд бремени, которое не от Бога, бремени, которое просто мучает нас, которое заставляет нас делать целый ряд каких-то вещей. Они правильные, я все не спорю. Мотив, почему мы их делаем, не совсем том. Продолжайте освящаться, но делайте это из-за любви к Нему, из благодарности, а не боясь потерять билет в Царство Небесное, и что, или что у вас стукнет молнией Господь. Придет и так, хыч, и все, на место стань. Давайте мы помолимся об этом, да? Святой Господь, мы очень сильно хотим, Боже, понимать Твою любовь. Мы очень сильно хотим осознавать Твою благодать и то прощение, которое Ты имеешь для нас. Мы, Господь, многие вещи делали в нашей жизни, и мы пытались впечатлить Тебя, Господь, и это было так, Господь, сложно скажем. Мы знаем, что все, что мы имеем, оно пришло от Тебя в этом мире и не в этом мире, Господь. Ты провел нас этими узкими вратами. Люди блуждают там, а Ты нам показал, куда войти. Эти врата называются Ишуа, это врата спасения. Это то место, куда мы зашли, и где могут быть пажити за этими вратами. Господи, давай, Боже, нам мудрости понимать, как пастись на этих пажитях. Не выпрашивая, не выклянчивая, Господь, пищу, но видя ее, Господи, мы верим, что Ты любящий, и в первую очередь Ты любящий, и милость Твоя, она превозносится над судом. Боже, и принятие Твое больше, чем отвержение, Господь. Ты нас полюбил в самые худшие моменты нашей жизни, Ты нас принял в самые худшие моменты жизни, Боже, и теперь, когда мы приняты Тобой, Боже, научи нас радоваться каждому дню, научи смотреть на свою жизнь, Господь, и проходить ее вместе с Тобою, возрастать в этой любви, осознавать глубину, широту, высоту, Боже, превосходящую разумение любовь. Господи, мы так привыкли к условной любви, мы так привыкли к тому, что надо заслужить, Господь. Научи нас принимать то, что не заслужено, научи нас принимать подарки от Тебя. Научи нас, Господь, молиться за больных, просить какие-то вещи, ходатайствовать. Боже, без страха, без того вот подлого чувства, что Ты нас не услышишь, Господь. Потому что мы знаем, что Ты на самом деле слушаешь детей, а мы дети Твои. На самом деле Ты даешь ответ, а мы дети Твои, Господь. На самом деле Ты не бросишь нас на растерзание сатане, потому что мы дети Твои. На самом деле, Господь, любви больше, чем отвержение. Господи, помоги нам оставлять всякие попытки впечатлить Тебя не Божьими способами, Господь, всякими такими, Боже, вот стремлениями, Боже, обратить Твое лицо. Господи, Ты дал нам хуцпу, Ты дал нам возможность входить в святое святых, Ты дал нам, Боже, возможность входить в Твой тронный зал и находиться в Твоем присутствии. Мы принимаем это с благодарностью. Что тут скажешь, Господь? Мы принимаем это с благодарностью и просим, Боже, помоги нам наслаждаться этим шаломом, наслаждаться этим миром, наслаждаться этим благословением во имя Иешуа Мессии. Амен. Я предлагаю поклониться еще, да? Как-то прославить Бога. Ты верный, Боже, Ты Господь, Ты Господь, Ты Господь, Ты Господь.
приглашаете это в свою жизнь. Боже, грех не может скрыть Твою любовь. Мы приняты Тобою, Боже. Может только кровь Иешуа, которая дается по благодати. Чистым сделать не могут меня дела, Господь. Может кровь Иешуа. Чем наказывает. Мы принимаем того, кто прощает нас, того, кто принял нас в худшие моменты нашей жизни, того, кто проходит с нами эту жизнь, того, кто учит нас побеждать грех, того, кто учит нас освящаться, того, кто принял каждого из нас в славу свою, в свое присутствие. Благословляем Тебя, Царь славы! Благословляем Тебя! Благословляем Тебя, Иешуа, любящий Бог, Бог, дающий благодать, Бог, простивший нас, горячо возлюбивший, Бог, который проходит с нами жизнь. Благословен Ты, милующий, благословен Ты, любящий, во имя Иешуа Мессии. Укрепит вас Господь в осознании Его любви. Да укрепит вас Господь в осознании Его принятия. Он принял вас. Он обратил свое лицо к вам уже. Он назвал вас по имени. Он назвал вас своими дочерьми, своими сыновьями. Он связал с вами себя. Да даст Он вам милости наслаждаться этой любовью. Размышляйте о Его благодати.
Размышляйте о Его прощении, молитесь о том, чтобы всякая вот эта вот пелена условности, условной любви, она разрушалась. И чтобы ваше отношение приходило зрелость, чтобы вы, исполняя заповеди, двигались в любви Божьей, осознавая, что все же это Бог, осознавая свою ответственность перед Ним. И если вы падаете, вставайте, Он примет вас. Он делал это много раз, и в этот раз Он тоже вас примет. Примиряйтесь с Ним. Приходите, как этот блудный сын, в Его присутствии. Не пытайтесь заработать хотя бы каким-то слугой где-то. Приходите, как сыновья и дочери. Говорите: «Отец, я согрешил. Против Тебя, против неба, прими меня, пожалуйста». Я верю, что примет. Живому есть надежда. Мы живы, значит, Он примет. Если есть сокрушение, если есть то, что нас беспокоит, говорите о своих грехах. Говорите: «Боже, я не могу победить вот этот грех. Помоги мне, научи меня. Этот грех мешает мне иметь отношения с Тобой. Я не хочу, чтобы он был в моей жизни. Научи меня, как мне жить в свободе от этой заразы». И Он научит. Не бойтесь молиться за больных людей. Не бойтесь изгонять бесов. Не бойтесь провозглашать Евангелие Царства. Церковь состоит из людей праведных, праведностью Иешуа. Но тех, кто освящается еще, те, кто растет в отношениях с Ним, людей, которые приближаются к Богу, чья жизнь подобна солнцу, которое всходит, пока не войдет в зенит. Будьте теми, кто приносит Божью любовь в отношения, а не осуждение. Будьте теми, кто радуется этой жизни, потому что на самом деле самый важный этап, он случился. Вы названы детьми Божьими. Он случился, вы приняты Господом. Вы возлюбленные, вы возлюбленные, вы дороже вот просто зрачка. Он охраняет вас, Он ожидает от вас также взаимоотношений. Приходите, общайтесь с Ним, не просто в уделенное время, во всякое время. На всяком месте, в простоте. Да благословит вас Господь расти. Да благословит вас Господь при входе и при выходе. Да благословит вас Господь зрелостью. Да благословит вас Господь пониманием Его благодати. Да благословит вас Господь и укрепит. Да даст Он мир в ваши дома, понимание во взаимоотношениях. Да поможет Он вам совершить свой путь в радости. Во имя Иешуа Мессии. Пусть вас Бог благословит. Наше служение сейчас пришло к своему завершению, а вы продолжайте Ему служить. Общайтесь с Ним, общайтесь друг с другом. С миром Божиим, народ Божий.